Магадане активно продолжаются работы по благоустройству. Но стоит отметить, что работы ведутся не только в самом городе, но и в отдаленных его районах. В частности, в поселках, расположенных на территории муниципального образования город Магадан. К примеру, в поселке Сокол не останавливаются работы по ремонту фасада Дома культуры «Авиатор», который был построен еще в 1960 году и остро нуждался в ремонте. Наш ДК довольно-таки уже построен давно, в середине 60-х, год постройки, и поэтому назрела необходимость сделать ремонт капитальной кровли, капитальный ремонт фасада и внутри. В прошлом году, в позапрошлом у нас был произведен ремонт кровли, как вы видите, новая кровля, и в этом году приступили к ремонту фасада. По многочисленным обращениям жителей, которые просили сделать, чтобы самое посещаемое, скажем, практически здание в поселке было красивым. В настоящее время ведется ремонтные работы по штукатурке фасада, уже выполнены. Делается ремонт отмостки и ремонт цоколя, бетонированного цоколя. Остаются ремонты вот после отмостки, останутся ремонты по финишной отделке фасада. Это финишной штукатуркой. Также в прошлом году было заменено 6 стеклопакетов по фасаду, и один большой был установлен в танцевальном зале клуба.